Скоро наступит квантовый скачок, это очень важно знать. Это может случиться в любой момент. Темные готовят какой-то шквал к концу года. Может разразиться Третья мировая война. Тогда в эту войну втянут все страны. Делают акцент на нашу Украину, потому что там тоже мистики, и они знают, что здесь проходит вселенская ось. И знают, что здесь работает Матерь Мира. И делают все возможное, чтобы меня полностью затмить. Выбить-то они меня не выбьют, хотя пытались всячески. А вот затмить пытаются. Моя энергия уже настолько сильна, что уже скоро камни будут говорить, они уже и говорят. И люди уже будут на ходу все считывать скоро. То, что не услышали, сами будут уже это чувствовать изнутри. Так вот, метка еще надвигается. Если удастся числом 144 тысяч ее нейтрализовать в духе, все, Земля сразу же освобождается без всех катаклизмов. Идет переход в новое время, четырехмерность, в шестую расу. Начинается время Атлантиды. Новое Солнце, новая Земля, новая природа. Многое зависит от сознания людей. Если они примут Матерь Мира, такую, как она есть, а я есть та сила, которая пришла в этот мир для того, чтобы этот мир полностью поддержать, изменить и спасти от этой тьмы, чтобы не допустить метку, чтобы собрать вот это воинство небесное, белое, светлое, чтобы объединить его в едином ключе света. Я все сделала. Мне осталось только собрать этих воинов. Где они? Ау. Повсюду. Вот надо, чтобы это было воинство света, которое полностью тьму победит. Я думаю, что вы тоже будете доносить эту информацию и своим знакомым, кто готов, только тем, кто готов. Потому что кто не готов, у них код стоит, они скажут: «А, секта!» или еще что-то. То, что им внедрили. Никакая не секта. Секта — это узкое, какое-то как школа, какое-то ответвление от основных религий. Мы не религия. Если я вначале шла от каких-то ритуалов только для того, чтобы людей как-то обратить к Богу. А сейчас я уже давно даю открытые космические знания. И это жизнь. А вера без знания — это ничто. У нас верю, потому что знаю, а не знаю, потому что верю. Я знаю. Вот вы знаете, что это ваша мама? Знаете, да? Тут уже вера не работает. Я верю, что это моя мама. Этого мало, так? А я знаю, что это моя мама. Вот так вот и у нас. Мы знаем. И я знаю. Я знаю, кто я. Я знаю, куда я иду. Я знаю, зачем я сюда пришла. И все у нас мыслят. Никто не навяжет никаких вот этих шор и догм. И когда у людей снимутся вот этот страх, шоры и догмы, люди станут открытыми, чистыми, свободными, и никакая тьма их не одолеет.